День добрый, дорогие братья и сестры. Приветствую вас. Христос воскресе. Сегодня у нас с вами немножко мы построим разговор о Радонице, потому что она приближается. Что такое Радоница? Когда нужно правильно ходить на кладбище? Потому что есть разные обычаи, но есть и правильные какие-то такие общецерковные понятия. Ну, скажем такое, так, что значит вообще Радоница? Радоница – это от слова «радость». Ведь праздник Пасхи продолжается, и Радоница – это сугубый день, когда мы приходим на кладбище потрудиться, помолиться, вспомнить наших усопших сродников. Именно я сразу сделаю акцент усопших, а не умерших, потому что в плане умерших, значит, ограниченный есть момент, можно тут всякое сразу мудрование, а усопший здесь уже глубокий смысл, что наш сродник уснул для жизни временно земной, но проснется для жизни вечной. Поэтому верующие православные христиане на девятый день по Пасхе, это вторник, идут на кладбище, дабы принести в том числе пасхальную радость своим сродникам. Конечно, тут очень много появляется всяких ненужных каких-то действий. Получается, даже порой грех люди могут на душу взять. Я сделал себе определенный вот костяк перед глазами у меня, о чем бы я хотел сказать, поэтому иногда буду что-то зачитывать. Нужно помнить, что традиции, вот, которые у нас связаны с принесением на кладбище каких-то яств, это очень такая двоякая ситуация. Нужно ли вообще понять и признать усопшим физическая наша земная еда? Я думаю, вы согласитесь со мной, что нет. А для чего же мы идем тогда на кладбище? Естественно, помолиться усопших. Как это правильно сделать, как без всяких экспериментов и ошибок? Как это нужно сделать? В идеале, конечно, сначала прийти в храм на божественную литургию, которая в храмах совершается в этот день. После службы служится панихида, то есть сугубая молитва усопших, где мы подаем записочку на панихиду. Лучше еще, конечно, подать записочку на параскомидию. Почему? Потому что на параскомидии вынимаются частички с названия имен, как о живых, так и усопших. И потом эту частичку уже пускают в дары, то есть уже тело и кровь, с молитвой «Омый Господи грехи», с динами поминаем, кто как о усопших, как мы молились, так и о живых. Тут еще здесь очень интересный момент, как можно усилить нашу молитву, как можно еще больше принести нашим сродникам, в том числе и себе, помощь в этот день. Конечно, самим подготовиться к достойной к исповеди, причастию, то есть самим соединиться со Господом и уже в таком созидательном внутреннем духовном состоянии, и идем мы этой радостью делиться со своими и почившими сродниками. Традиция несения еды на кладбище, конечно, она, ну, скажем так, где-то более возрождается в советское время, потому что не было необходимости нести на кладбище. Нужно немножко вообще историю вспомнить, особенно когда были гонения на первых христиан при Тертуллиане, там много императоров, которые гнали христиан, и телеса усопших просто валялись на улицах, то христиане тайным образом собирали усопших и захоранивали их ночью.
После того, как они захоронили, они, естественно, молились. После физического и духовного труда они подкрепляли свои немощи пищей, рыбкой, коливом, то есть какими-то легенькими такими продуктами, которые дадут возможность подкрепиться. Сегодня зачем? Мы не, сугубо так не трудимся, и для чего делать всякие рода вот эти поминовения самим, ну непонятно, с одной стороны. А то, что порой вообще происходит, вот такие усугубленные языческие какие-то вещи, как кощунственные даже можно сказать. Вот мы приходим, православные люди, на кладбище. Что мы видим? Мы видим холмик, мы видим крест, который этот холмик, скажем так, возглавляет, который низом воткнут в землю, то есть показывая, что это земная жизнь, но верхом он возносится к небу, показывает, что тело здесь, а душа у Бога, к Богу идет. И символ Господь показывает, что я претерпел крестные страдания, дал вам свободу, свободу от греха, и вы можете теперь каждый войти в рай, только приложите незначительные усилия. И мы вместо того, чтобы приложить усилия к спасению своей души, помолиться к милосердному Господу, прийти, приходя на напитие, а грех алкоголизм ярко выражен. Спрашивается, зачем водку пить на могиле? А еще и страшно это видеть, когда водкой поливают могилу. Мы зачем приходим на могилу? Чтобы принести пользу усопшему. Зачем же мы тогда вредим ему? Зачем мы, скажем так, упраздняем память ихнюю? Чуть ли, простите за принятое слово, не глумимся над их памятью. Даже вы можете привести мне такой момент, потому что я уже этот разговор у меня был не с одним. Говорит, ну, батюшка, ну мы ж радостью идем делиться. Да. Ну, в Священном Писании же написано, весь вино веселит сердце человека. Хорошо, написано в Псалтире такое. Но также написано, что не упивайтесь, в вине есть блуд, то есть грех есть. Поэтому наше здесь должно быть благоразумие. И еще раз подчеркну, усопшим не нужна наша еда, не нужен ни вино, ни иное, но им нужна в первую очередь молитвенная поддержка, польза. А мы, получается, пользу хотим больше себе принести. Пришли, поели, но не нужно этого по большому счету делать. И мы можем с собой что-то взять съедобное, когда ходят нуждающиеся, голодные какие-то люди. Мы можем дать, покушайте, возьмите, помяните, именно молитвенно помяните, а не просто покушайте, скушайте. Здесь есть смысл, здесь добродетель, тут милосердие мы видим, проявление милосердия с нашей стороны. Но все-таки кладбище даже и у язычников, и у римлян это было святое место, место, где покоятся тела усопших. Почему и в первохристианские времена именно христиане прятались в катакомбах, на кладбище, потому что по закону Римской империи не имели права ни туда войти с оружием, никого, тем более убить. То есть законодательно это было прописано. А мы вместо такого достойного, благовейного отношения к месту, к могиле, то есть место еще можно могилу назвать местом будущего воскресения, мы не как в чистоте, а с пренебрежением относимся. Конечно, тут надо задуматься об этом. Как же вести себя все-таки на кладбище? Как я уже сказал ранее, сначала прийти в храм помолиться,
Можно прийти также литию кратенькую, почитать на могилочке мирским чином, почитать акафист о усопших. Ну, конечно, в идеале, особенно если это радуница, если есть у батюшки такая возможность, вместе со священником помолиться у могилочки у своих сродников. Это будет, конечно, еще лучше. Не зря Господь сказал, где двое или трое во имя мое, там и я посреди них. Если нет у вас такой возможности, тогда и вы сами тогда помолитесь, а чем сугубо принесете пользу своему усопшему. Ну и вот текущий еще вопрос у меня тут есть, который мне задавали. Когда еще поминают усопших, помимо радоницы, нужно сказать, это суббота мясопустная, родительская суббота, троицкая суббота, радоница, как мы уже с вами сказали, дмитриевская родительская суббота и поминание усопших воинов. А вообще, суббота считается всех святых и всех усопших от века православных христиан, когда мы молимся, в принципе, о всех православных христианах. Я все-таки вас призываю, приближается праздник Радоницы, и мы должны более благовейно отнестись к памяти наших сродников почивших, не глумиться, не с ума сходить на могилах их, потому что я многое что разное насмотрелся, и пляски около могил, и, ну, не хочу грех на душу брать, нельзя осуждать человека, можно осудить грех, чтобы в него не впасть, а у человека мы не имеем права осуждать, потому что человек это образ и подобие Божие, и каждый из нас может оступиться. Поэтому, мои дорогие возлюбленные гости, братья и сестры, приближается день памяти наших усопших, когда мы особенно о них помолимся на Радоницу. Надеюсь, что мы им принесем пользу и себе в том числе, когда исполним закон Христов, который звучит: друг друга тяготы носите. А тяготы в том, что они у себя уже не могут ничем помочь, не покаяться, не добродетель сделать. Они надеются на наше доброе сердце, что мы будем добрыми ходатаем пред милосердием Божьим. Храни вас Господь, рад был ответить на этот вопрос. Пишите. В ближайших встречах еще буду отвечать. Очень просят меня как-то системно начать выходить в эфир. Скорее всего, это будет по воскресеньям вечером, часов 9, когда это будет, наверное, стабильно, постоянно. А все остальные будут уже так вот по мере возможности трансляции. И еще раз вас с праздником Пасхи, храни Господь вас, Христос воскресе. С Богом! С вами был священник Константин Мальцев.